Там машину все в конце деревни ставят. Там никто ничего ни у кого не ворует. Да должна остановиться вроде. Тут же это, дача летом. Даже это. Ну, надо останавливать. Не, ну а платформа-то же вот она. Да. За теми деревьями. А, вон рыбаки-то, а я думаю, мотоцикл стоит, да. А их не видать. Так, ну что, будем купаться? Да, что можно. Если вода теплая. Да ладно, нормально. Не знаю, я купаться всегда любил. Что, у меня велик купал, что ли? А, нет, стоит. А его не видно, я думал, он упал. Что-то я охреневаю, как тут все в этом году заросло. Ну вот, кто-то меня кусает. Так. Вон туда нам надо. Вот. Где? Не знаю, что. У меня все нормально. Не, ну по крайней мере. А, да красный-то ты имеешь в виду, это не на том красный-то. Так, что, ладно, надо брать велик и переться. Хотя бы ничего не это. Где? А не там? Прикинь, такой цирк у машинистов. Товарищ стоит с велосипедом на плече посреди железной дороги. Так, тачка какая-то. Ну что, значит, нам вон туда, наверное. Где? Ну там это, там был этот, как его, Переславль-Залесского регион. А здесь какой? Ну да. Ладно. Погнали. Я тогда выехал вон там, потому что я переезжал вот через этот переезд, и вон там дорога есть. Вот по ней я и ехал. Чё, на дачу поедем, нет? А там можно Переханово будет попасть. Похоже, ты и есть та самая машина. Вот эта дорога у нас на Верещагин пойдет. А туда вот Вовка говорил на дачу. Надо решать. Давай сейчас карту посмотрим, что куда. А там прикинем. Может, и правда сгоняй. Фиг знает. Я знаю, когда поехать через Верещагино. The devil's вот тут шикарный вид. Липы-то эти здоровые. Они тоже чуть поменьше той, у которой мы в этом, у церкви фоткались. А я не знаю, это считается тоже, это вроде как ее. Короче, то же самое.
Блин, комары зажрали. То же самое к придорожному относится. По крайней мере, церковь числится за придорожным. А уж там не знаю. Ну нам-то как-то без разницы. Сейчас, вон, смотри, вон чай сколько, да? У них тут растет. Ну тут болото. Хрен его знает, что тут на болоте-то. В общем, едем к церкви, которая была раньше деревянная. Мне тут тогда местная женщина рассказывала. А потом построили вот эту кирпичную. И как я уже тут говорил где-то, от этой кирпичной до той, до монастыря идет подземный ход через все болото. Как хрен знает. Походу, эта машина тут вечно стоит. Сейчас будем ждать опять безумного деда, который тут бегает, всех от церкви шугает. Если, конечно, он прибежит сегодня. Только вот я не знаю, зачем он вход на колокольню завалил. Ну, глупо это все. Мне вот сейчас, если надо будет, я это все откину и все. Вот тоже эти старинные памятники валяются. Вон туда уползло что-то черное шнурообразное, но я это проверять не буду чего. Там гадюки уже, мне без разницы. Ну сейчас как раз туда и пойдем. Да, я тут был. Хорошо, здесь у вас тихо. Нет, здесь вообще спокойно. Не нужно, да, хорошо. Просто всю эту систему знаешь, что он сейчас придет сразу. Но зато видишь, значит все-таки пойдем. Вон, смотри, действительно нормально все стало. Высохла вода-то. Так, ну я как всегда любитель вон там бы пройти, а мне надо здесь. А? Да кто его знает, может и стоял тут дом какой. Потому что тут непонятно, что было-то. Тут вот когда, видишь, мы сейчас приехали, тут все ровно. А приезжали 28 апреля-то. Так, и оно это все. Я смотрю, там бугры, пеньки, а я их никогда не видел. Потому что я приеду вот так летом, все заросло и все. Так, пошли мы к этому колодцу, а то во, доски еще все те же самые. Смотри, воды вообще не стало. Я тут 2 года пытался проходить, прям тут водища была сплошняком. Ну что, красотища здесь, да? Правда, болото есть болото, но меня на болото прям тянет. Висят еще те кресты, про которые я говорил. Так, велики можно бросать. Все, велики бросили. Ну да, вот они. Так эти 2 креста и висят. Ха-ха. Вот почему я и говорю, такие вещи не трогайте никогда. Иконка на месте до сих пор. Ну да. Но в этом году вода близко. Кто-то их оставил специально. Такие крестики. Такое ощущение, что они старые. Сейчас уж такие, наверное, и не выпускают. Чего? Ну это купель. Сюда приходят, да, обливаются. Не-не-не. Там чистое. За 2 года тут ничего не изменилось. Как было, все на месте, так и висит. Видно, добровольцев-то нету эти крестики подрезать.
Ну, кто любит антиквар, попробуйте, подрежьте, потом снимите нам видео, что с вами стало. Нам чисто интересно. А, зачем мне? Я что? Я беру крест. Не. Пусть это идиоты делают такие видео. Не, ну это по-любому. Кто-то съездил к какой-то бабушке, он в соседнее село. Что-нибудь нашептали. Нате, ребят, на кого Бог пошлет. Это все по-христиански. О, и здесь воды меньше в этом году. Получается, тут особо больше смотреть-то и нечего. А ты здесь не был, говоришь, да? Ну вот, видишь, хоть тебе показал что-то. Так что больше мы, наверное, сюда не приедем, если только от нечего делать. Пропал у меня товарищ там поворотом. Да не особо. Я еще говорю, где-то пропал товарищ за поворотом. Там тоже как крест, как бы свачка. Так крест и так крест. Где? В самом кресту. А, эти? Загибку. Может быть. Красота. У кого-нибудь? Ну я там, да, на этой. Где такой же вот синий забор.